Чу-чу-чу-чу-чу! Привет, друзья! Вы на канале Magic Family в нашем зоопарке! Приветик случайным репостнувшим с нашей группы ВКонтакте или с моей страницы девочкам Алисе Олешковой, Алине Уртиковой и Дарье Зудковой. Привет, девчонки! Маленький просится домой. Заходи. Вы часто спрашиваете меня, как собаки относятся к котам и кошкам у нас. Все прекрасно, у нас у всех добрые отношения. Никто ни с кем не ругается и не дерется. И случайный комментарий под видео, оставшийся без ответов, появляется в роликах. Да. Да, мам, да, погладь меня еще, мам, ля. Да. Мишка пока так и не хочет общаться с другими собаками. Ходит как изгой тут, да? Как изгой. Кто это тут лежит? Любезный развалился с ведьмой на крыльце. О, какая морда длинная. Ну что, посмотрите на этот нос. Говорите, заведу ли я еще кота? У нас тут три кота. Маленький антибиотик и чезик. И еще да? У нас есть кошка Блюз. И киса Блюз, которая вечно где-то гуляет. Пока! И сегодня я решила познакомить вас с нашими голубями. У нас есть голубятни, и в ней живут голуби. Вот они, наши голубки, здесь сидят. Голубки! Идите кушать. Вот такие у нас есть черно-белые голуби. И есть беленькие. Вот такие вот они красивые. Там у них на земле постелено сено, водичка стоит. А я что-то не поняла, что там с голубем одним, почему он не взлетает? Мне показалось, что с одним голубем что-то не так, поэтому я сейчас зайду с этой стороны и посмотрю. Голуби вылетают на улицу, гуляют и потом возвращаются. Да, и красота какая! Какие вам больше нравятся, черно-белые или белые с пушистыми красивыми хвостами? Голубь хочет любви с голубихой, нападает на нее, а она отказывается. Ну отпусти уже ее! Убежала. А, я, говорит, с тобой пойду. Вот сюда обычно мы насыпаем голубям корм, но я хотела, чтобы вы посмотрели, как они едят, поэтому посыпала на подоконник. Чтобы им было не холодно, у нас здесь стоит тепловая лампа, которая обогревает это помещение. И вот один голубь почему-то не летит. Мне кажется, что вот этот голубь точно, что-то не так с ним, бедненький, иди сюда. У этого голубя, кажется, сломано крылышко, он не может летать. Они у нас помеченные, у них вот номера на лапках. И вот этот голубок, видимо, летал куда-то и сломал себе крылышко, бедненький. Покажи. И курицы нервничают. И у нас ходят слухи по деревне, что завелись хорьки, и хорьки ходят. И, видимо, это хорек схватил голубя. Когда тот поднимался вот здесь вот по ступенькам внутрь в свою голубятню. Потому что голуби не могут влететь в дверь или в окошко, вот то верхнее. Они именно заходят по ступенькам внутрь. Крылышко у него явно сломано, он ему не шевелит. И нужно теперь лечить его перелом. Да, такой вот голубочек сломал крылышко, бедный. Видимо, правда, повадился сюда ходить хорек, и надо как-то с этим бороться. Раненого голубка я сейчас заберу с собой, надо лечить ему крылышко. Так как Марта сейчас отходит от болезни и животных пока не охраняет, я думаю, я пойду на ночную проверку и попробую выследить хорька. И заодно, я думаю, вам понравится, проведем с вами вместе 24 часа ночь в зоопарке с животными нашими. Миша, Эйвен и София смотрят, что же мы тут делаем. Впереди еще много всего интересного, так что подпишись на наш канал и жми колокольчик. И скоро выйдет очень прикольное видео. А еще обязательно подписывайся на мой личный канал Animagic. Миша, лайк. Да, и Мишу не обижай, ставь ей лайк, я слежу за тобой.